Всем привет! С вами, как всегда, Дмитрий Токмаков, Международный центр «Авторский стиль», первая школа в России с полностью индивидуальным обучением шугарингу. И сегодня у нас в гостях паста, которую я тестил практически 2 месяца, даже с небольшим. Паста Limavi. Не знаю, как она произносится точно. Limavi. Вот так она выглядит. Обращаю ваше внимание, банки. Также обращаю ваше внимание, есть гравировка, градиент, не знаю чего, плотности, да, вот обозначение плотности, пятерочка в данном исполнении. Вот, например, четверка. Так, еще где-то я сейчас найду. Так, тройка. Двойка. И единичка. Вот так выглядит маленькая банка. Обращаю ваше внимание, да? Так. Так, хорошо, познакомились. Значит, маленькие банки у нас идут объемом 650 грамм. Кстати. Насчет граммовки, что самое интересное, да? Эту я не взвешивал банку, зато взвешивал 2 другие банки на выбор просто. Ну, случайные, которые самые ходовые, да, в пользовании. Я взвешивал двойку, тройку. А тройку у меня уже кто-то отжал. А нет, взвешивал я еще четверку, да? Двойку, четверку. Значит, удалось мне эту пасту потестить при разной температуре от 26 до 20 градусов практически, да? Ну, вот такое лето у нас с весной получились. Значит, что могу сказать? Паста. Ладно, пока по пасте впереди. Значит, обращаю мне ваше внимание. Вот я взвешивал 2 банки полторашки. И подписал их прям. Вот такого веса они у меня получились. Значит, одна 1695 грамм, да, и вторая, значит, 1730. Значит, ничего страшного, да, как бы вы рано паникуете, почему такая разница. Учитывая, что банка весит примерно, навскидку, 85, ну, 100 грамм, может быть, да. У нас производитель заявляет, что у него здесь полторашка. Так, полторашка. Даже если мы отнимем эти самые 100 грамм, то, в принципе, мы получаемся в плюсе. Limavi нас порадовала и как бы прям бонусом накинула у нас еще пасты. А может, это просто оборудование отредактированное у вас, ребята, вы там как-нибудь возьмите на заметку уже себе, да, наведите порядок. А может, вы специально доливаете, молодцы, как бы за это вам прям, ух, такой плюсик, да, ну сколько еще можно сделать на этих, так, 100 грамм отнимем, 1630 получается, лишние 130 грамм, ух, хорошо, 130 грамм можно прям отработать, ножки сбить, и не прям смело, полноценного человека. Значит, что мы видим на обложке? Значит, какой-то очень странный, вообще вырезанный руками, я бы сказал, хотя нет. Как-то я не могу понять, как-то края были обрезаны, что вручную что ли наклеивали? Не аппарат наклеивает, а вручную, молодцы, наклейки эти, так что ли вырезали? Ну, я сейчас буду, конечно, придираться по полной программе, но это, извините, это как бы вы сами знали, на что шли. Так,
Сейчас я найду. Ну, например, вот. Отрезано на сколько, да? Здесь отрезано какой кусочек, и вот здесь он какой прямой, скошенный. Где тут еще? Ну ладно, края тут что, я сейчас выискивать буду. Я их просто вижу, вы можете не увидеть, там неровные срезы, да? Буду думать, что их режут прям там какие-то таджики, вероятно, у вас там. Паста, кстати, питерская. Не знаю, где изготовлена, на каком заводе. Ну вот, ИП Сергеенко. Среднегаванский проспект, видимо, дом 12. Санкт-Петербург, Россия. Хорошо. Значит, срок хранения 24 месяца с даты изготовления. Тра-та-та. 24 месяца. А, ну все правильно, да, тут производитель у нас и крышкой. Тоже молодец. Пометился, да, что у него там. Вот такая дата изготовления, что можно крышку открывать, и значит, как паста себя будет вести. Значит, чего мы видим на банке еще, да? Ну, во-первых, полимерная наклейка. Очень мне нравится, когда производители клеят именно полимерную наклейку, потому что она позволяет, в общем-то, везде греть. И на водяной бане, не знаю, все же по-разному работают. Не обязательно у всех там воскоплавают. Это непонятно для меня вообще, как бы, предмет, так сказать, оборудования. Кто в курсе, так сказать, я не очень за то, чтобы воскоплавы использовать. Значит, ну вот мы видим плотное, да, здесь получается у нас что, четверка, да? Ну давайте по четверке. Значит, у производителя, кстати говоря, разделение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, они отдельно идут. Значит, тема такая, что первая называется light до четверки. Потом с пятерки начинается классик. 5, 6, 7, 8. Соответственно, пятерка у них мягкая, но она классик мягкая, да? А четверка light, но она плотная light уже получается. Значит, ну, естественно, те, кто мастеровитые, естественно, берут себе полегче пасту. Соответственно, двоечку и троечку. Значит, что еще здесь? Что еще здесь? Ой, опять же, это жесть, не требует разогрева. Естественно, она требует разогрева, четверка. В 21 градус, ребята, она каменная почти. Значит, состав. Обращаю ваше внимание на состав. Ну, немножко хитрый оказался, не все так просто. Значит, глюкоза, фруктоза, гумиарабик, вода. Значит, гумиарабик. Глюкоза, фруктоза, если все понятно, гумиарабик. Зачем мы его вкинули, да? Кто не в теме, гумиарабик у нас является пищевой добавкой Е414, если не ошибаюсь. Застывшая смола акации. Значит, вязкая такая жидкость, которая застывает, в твердую превращаясь, значит. И чего она делает? В теплой воде растворяется хорошо, с таким тягучим раствором, слабокислым. В прохладной воде растворяется не очень хорошо, но растворяется все равно. Значит, чем он нам еще интересен? Тем, что при гидролизе, при кислотном гидролизе расщепляются, соответственно, составляющие. И дает такое, опять же, вязкое вещество. Значит, использовался, по крайней мере, раньше был больше популярен в пищевой промышленности, в частности, да. Его добавляют для стабилизации эмульсии, чтобы пастилу с ним делали, например, чтобы не было комковатости и не было засахаривания. И в конфеты добавляли его, чтобы не сахарилась начинка у них. И эта тема, видимо, здесь производителям как бы вкинута.
Наверное, от засахаривания. Я, конечно, не знаю, за 2 месяца, ну что там, в хлам-то паста, конечно, не могла там никак умереть. Хотя. Так, в какой-то пасте. Ну нет, признаков засахаривания нету. Кстати, блин, ну вот не знаю, увидите вы этот цвет или нет. Так. Вообще паста пахнет такой карамелькой. Имеет такой неожиданно жесткий цвет для кого-то. Вот это двойка паста. Значит, единичка прозрачнее. Единичка. Сейчас я ее вам открою. Такой же карамельный. Ну, кстати, вкусно пахнет. Блин, как ни крути. Липкости не дает. Кстати говоря, что очень хорошо. Это единичка. Сейчас в комнате 21 градус сейчас в комнате. Значит, ну, цвет у него такой. Довольно прозрачный цвет. Довольно прикольно. Но это единичка, ребята, это бандажка. Практически, да, в жару. Двойка, ну из-за того, что как бы пасты, ну, много в глубину, но она довольно такая, суровый такой цвет, прям такой. Меня это, конечно, насторожило в самом начале, как у вас всех сейчас, но паста очень интересно себя вела в дальнейшем. Так, ну вот я здесь стенку замочил. Блин, ну вам, конечно, не видно будет. Цвет вот этот вот, он очень такой прикольный. Карамельно, вот подозреваю, что гуми арабик дает этот цвет. Карамельно, блин, очень вкусный. Хочется, честно говоря, заточить банку эту. Кстати, гуми арабик не, по-моему, в тонком и толстом кишечнике не всасывается, если не ошибаюсь. Так выходит. Так что он не для того, чтобы его поглощать. Так, ладно. Хорошо. Значит, что еще на упаковке? Что-то я забежал вперед неожиданно. Значит, способ применения. Нанести против направления роста волос, удалить по направлению. Нанести против, да, удалить по направлению. Хранить при температуре от 0 до 25 градусов. Не знаю, что случится, если 25. Ну, наверное, растечется по всей банке. Только для наружного применения. И приведено, значит, на английском языке. Молодцы. Принт, значит, меня очень устраивает. Принт качественный. Нормальным принтером сделано. Не всякая шляпа там. А-ля Израиль, как вы знаете, да, уже это расследование этих израильских паст. Так, значит, так, свидетельство о госрегистрации, ТУ, если кому интересно, и есть страничка ВКонтакте, vkontakte.com/Limavia. Лимавия. Вот такой. Ну, кому интересно, зайдете там, сами все проверите, посмотрите, да? ТУ посмотрите, кому делать нечего особо. Я обращаю ваше внимание, как наклеена, конечно, дата производства. Ну, что-то меня это поднапрягло, вот эта наклейка какая-то доморощенная. Но учитывая, что, ну, в принципе, эти наклейки вырезаны явно своими ножницами, ну, как по мне. Ну, это видно прям сразу. Кривой отрез такой. Как бы здесь вроде бы ровненький. Ладно, режьте там как хотите. Пасту нормально, короче говоря, делайте, и все будет хорошо. Банка. Банка вроде бы с Питера заказана. Miru.ru. Для пищевой промышленности. Для пищевых продуктов, да, видно, что здесь рюмка с
с вилкой. Так, окей. Значит, паста, кстати говоря, удобно складируется по вертикали. Ну, на крышке, соответственно, есть там выемки, на которые загружается туда эта банка. И, в принципе, не выскакивает, да? Она, то есть, если будет стоять, она довольно устойчива будет. Это хорошо. Значит, так. Теперь, что касается самой пасты, да, протестил я ее при температурах от 20 до 26 градусов. Значит, паста, работал я преимущественно. Значит, опять же буду говорить про партию, которая досталась мне. Я не знаю, как они варят, честно говоря, пасты там, разные партии, потому что, ну, вы уже знаете, да, те мастера, кто отслеживает всю эту тему, эти работы давно, как бы знают, что партии от партии бывают косички у производителей. Поэтому тут надо смотреть. Я размышляю только партии, которая досталась мне. Значит, двойкой работать можно при температуре примерно 21 градус. Двойкой нормально работается, кстати говоря. Я ее даже практически не булыжу тройкой. Иногда попадаются горячие ноги. Я про ноги сейчас говорю. На бикини все-таки приходится брать поплотнее. Значит, попадались горячие ноги, значит, которыми пришлось забулыжить примерно на 20% троечки вкидывать туда, и она, в принципе, нормально работала. Как только начинается потепление, двойка сразу, короче говоря, начинает себя вести довольно плохо, начинает течь. И начинает, что самое стрёмное, оставлять след, липкий след на коже. Как бы не то, что он след, он оставляет, начинает крупицы сахарные. Сразу приходится уплотнять, потому что, ну, реально работать невозможно, течет. Но это просто, ну, это жара, я так понимаю. В принципе, конечно, уплотняться надо, если жаркая температура в помещении, жаркий клиент. Значит, тройкой, полноценной тройкой можно работать бикини в 20-21 градус смело. Ну, естественно, предварительно ее надо греть. Двойку надо однозначно греть даже в 21 градус. Хотя она такая немножко течет, но ее надо все равно греть, конечно, до температуры тела примерно там. Надо подогревать. Так, 37. Где-то, кстати, я видел, даже написано. А, ну да, вот которая, по их мнению, серия Classic, начиная с пятерки, они говорят, что надо греть. Написано даже, что надо греть. На всех остальных написано, не надо греть. Ну, вы уже поняли, да, что это надо тему эту исправлять реально. Что за фишка такая вообще, типа, там не стоит греть там паста, паста не требующая разогревать. Да все пасты надо греть, реально, ребят, ну вы что? Давно уже пора производителям не это самое, заканчивать с этой ерундой и как бы на всех банках писать, надо греть, блин, до условно там температуры тела, как бы. Если паста, ну, как бы мягкой плотности, ну, понятно, что мастера разберутся, не будут греть там настолько, сколько это, так сказать, не перегревать ее, да, тело. Все нормально, все от воздуха подостынет и примет рабочую температуру. Вы что такие смешные? Кто-то же первый раз купит эту пасту и как бы не разберется, и, короче говоря, не будет ее греть. И будет материть вас, и потом не купит неожиданно у вас эту пасту. Значит, так. Что по плотностям дальше? При температуре 25 градусов, 26 уже, конечно, жарче было, 25 градусов паста вела себя, ну, двойкой совсем, конечно, невозможно работать, тройка на ногах смело, при очень жарких клиентах, при очень жарких, опять же, туда я немножечко бы выжил четверочку, вот, бикини по обстоятельствам абсолютно. Значит, что касается влажности паста, влажных клиентов берет так себе, оставляет
оставляет после себя липкий слой. Прям совершенно конкретно оставляет слой. Надо что-то там решать. Что-то в формуле надо решать. Значит, паста. Значит, что касается захвата волосков, да, ее адгезии. Тоже что-то смутные какие-то, смешанные впечатления, честно говоря. Вот специально поработать оставил, отзыв не писал. Значит, не снимал этот подкаст, чтобы прям потестить разные температуры. Благо выдалась такая температурность, да, как бы у погоды. Тоже начинает, как только потеплее, начинает сразу паста оставлять этот след. Ну, что-то там не держится на консистенцию, так, которую я бы хотел, по крайней мере, чтобы она держала, да. Как только подблужишь ее поплотнее, прям вообще хорошо идет. Поэтому, ну, те, кому нравится, короче говоря, повышкаться с этими плотностями, постоянно подбулыживать, ну, блин, честно говоря, это вынос такой небольшой мозга, как бы. И работать-то можно, и как бы паста нормальная, условно, но надо с плотностями разбираться. Двойка от тройки прям отличается категорично. Надо какой-то более мягкий был переход делать, потому что приходится регулярно двойку с тройкой замешивать. Они сами по себе не работают одинаково, вернее, индивидуально, так сказать, двойку и тройку взять. Поэтому надо что-то, я не знаю, сделать, переход какой-то более плавный, я не знаю. И что касается, значит, адгезии к волосам. Получается, что хочется помягче, естественно, поработать пастой. Мягкая паста начинает сразу следить. Это дико раздражает, на самом деле. Приходится ее уплотнять. И вот пока там выловишь вот эту вот хрень с плотностями, весь мозг, во-первых, себе сожрешь. Во-вторых, во-вторых, прокачаешься в смешивании плотностей. Ладно, вот вам такой плюсик небольшой получился, да? И как только паста нормальной консистенции набирает, она начинает работать хорошо. Вот как только подловили, начинает работать хорошо. Ну блин, ну как ловить это постоянно? Тут 20% надо примешать, то 30, то 40% пасты примешать. Ну это же, блин, затрахаешься ловить эти плотности. Вы давайте уже как-нибудь настройте там обстановку. Значит, что касается вот этих вот выработки самой пасты. Кстати говоря, хорошая паста по выработке, но, блин, в новый ущерб вот эти вот ловить плотности и как бы в ущерб адгезии все-таки. Что-то надо отрегулировать. Паста довольно стабильно себя ведет. Прикольно. Это мне понравилось, потому что отрабатывать можно одним куском, если нормальный клиент, там не влажный. Ну, в принципе, может засушить, конечно, лишний раз его тальком. Паста хорошо отрабатывает, в принципе, ну, кусок, который я беру обычно на ноги, да, это 90, обычно 100 грамм, как бы, для меня этот кусок вполне нормальный. Если вы там берете какую-то мелочь, но это ваша проблема уже, я не понимаю, зачем этой ерундой заниматься, то получается, что смело можно эти ноги добивать. Причем, кстати, паста прикольный такой цвет. Блин, вот с цветом вообще интересно. Возможно, это гумиарабик этот и дает эту цветность. Кофе с молоком такой прикольно, позитивно работать. Как бы народ тоже отметил, у меня девчонки, те, кто любит особенно кофе с молоком, они прям такие: о, нифига себе, какая паста-то у тебя веселая. Я люблю тоже кофе с молоком. Кстати говоря, кто у кого буду в гостях, наливайте. И, значит, можно работать, если подловил плотность. Выработка будет очень хорошая у пасты. Значит, на потеющих я уже сказал, паста идет так себе. 3,5 где-то балла. Прям не больше. Слишком она подтаивает, начинает, и влажность эту как бы не держит она структуру, начинает оставлять этот след как бы липкий. Значит, что касается, значит, добрался я до четверки, значит, с четверкой в 25 градусов. Работать на бикини можно, с четверкой можно работать. Значит, и была одна девчонка, с которой я отработал
на пятой. На пятой плотности, которая, ну, тоже такая из потеющих. Это была пятая плотность. Для чего шестая, седьмая, восьмая для меня осталась прям очень большой загадкой. Хотя поклонники известной графоманки могут взять эту пасту на шестерку, семерку и восьмерку и отработать голой рукой. Это будет, наверное, замечательно для них. В принципе, у вас появилась новая армия фанатов благодаря моему видео. Все фанаты графоманки перейдут срочно на вашу плотную пасту. Значит, что касается плотностей, это все понятно. Так, что еще забыл, не забыл. Ну и традиционно, значит, по оценкам, по выработке. Паста очень хороша. По выработке, как только вы ловите, плотность нормально. Можно доработать. Если плотность с плотностью переборщили, значит, стрёмно. Получится стрёмно. Четверочка, 3, 8, 4. Как только поймали, по выработке прям 4,3. Примерно так. Сразу вы добавите себе несколько пунктов. Значит, что касается по адгезии. Адгезия на четверку, не больше. 4 очка, такой середнячок. И пластичность у пасты. Пластичность на уровне. Очень, конечно, она интересно как-то наносится, все-таки отличается ее первичное нанесение, но потом с ее выработкой уже, по ходу ее выработки, она приобретает более такой понятный как бы консистенцию. Вот поначалу интересный какой-то такой момент, неожиданный, потом более такая стандартная паста становится. Итоговая оценка примерно 4. 4 балла можно новичкам категорически рекомендую, кто у нас, так сказать, уходит в свободное плавание, сам заниматься. Мастерам профи нужно редактировать формулу, потому что выносить мозг с постоянным ее подсмешиванием разных плотностей, ну, блин, ну это слишком геморройно, слишком непонятно себя паста ведет. Надо что-то более понятный продукт какой-то сделать для профессионалов. Ну и все, в принципе, на этом видео закончено. Если какие-то вопросы, конечно, ставьте комментарии, я попробую на них ответить. Конечно, ставьте лайки. Все лайки ставят. Что вы? Какие-то не такие, что ли, как белые вороны. Ладно, будут вопросы, задавайте. Всем успехов, тренируйтесь. И, конечно же, всем мастерства и удачи. Пока.